Прежде чем воплотить свою мечту в реальность, Андрей Антипов прошел тернистый и извилистый путь. От рыбака-любителя до настоящего мастера кораблестроения. Сначала он купил резиновую лодку, но маленькое судно его не устроило. Не хватало комфорта. После этого умелец решил сделать небольшое судно самостоятельно. Тут тоже возникли проблемы. Жена пристрастилась к рыбалке, поэтому пришлось искать выход из ситуации, и Андрей задумался о большом и вместительном корабле. Опыта было уже достаточно, ведь самарец мастерил деревянные самокаты и самоходные машинки с самого детства. Этому его научили отец и дедушка. У всех у дворов мальчишек появилось увлечение, стали делать это. Ну, машинки такие, ну, детские машины. Это сейчас на электрическом ходу, а раньше там пруток взял, согнул педали, два колеса от велосипеда и поехали. Весь накопленный опыт Андрей Антипов применил на практике. Купил все необходимые материалы и заперся в гараже на зиму. Все это время мастеру помогала супруга. Женскую работу она все время выполняет. Ну, все равно интересно, руководишь уже как настоящий руководитель. То жена руководит, а то ты женой руководишь. Вот уже какой-то плюс есть в этом даже. На борту все продумано до мелочей по уровню комфорта. Катер больше напоминает шикарную яхту. Здесь место для хранения рыболовных снастей, удобные полочки для вещей, шторки от зноя, раздвигающиеся окна и даже полноценное спальное место для отдыха. Катер Андрея Антипова подходит не только для рыбалки и водных прогулок. На нем можно добраться до любого пляжа и укрыться от летнего зноя. В июле в Самару пришла настоящая жара, а друзья, которые отправляются в путешествие на катере с Андреем Антиповым, не упускают возможности искупаться. Мы тоже решили не нарушать традиции и пройти боевое крещение. Поехали! О, хорошо! Друг Андрея Антипова Николай работает на севере. Он не встречался со своим приятелем уже несколько лет. Когда приехал в Самару и увидел катер, очень удивился. Это вдвойне приятно, потому что, ну, насколько вы понимаете, достаточно много людей сильны в теории, а здесь идея воплощена на практике, и просто можете получать удовольствие, прокатываясь на таком катере. Андрей Антипов на достигнутом не останавливается. В планах сделать на катере полноценный танцпол и провести электричество, чтобы каждая вечеринка на корабле запоминалась всем гостям на долгие годы. Анатолий Головко, Григорий Плешаков. События.